Не убивайте! Молчи! Мольбы не помогут. Твоя кровь – дань для нашего царя. Твоя жертва избавит нас от проклятия. Генерал, прости меня. Царь требует, чтобы ты явился. Боги с тобой. Пока. В темницу его. Закончу позже. Везет тебе, Гути. Что? Нет. Удача не для псов. Где ты украл это, Гутий? Кого убил ради этой драгоценности? Я не вор. Единственный в своем племени. А может, ты лжец? Твой народ не мог создать это. Вы зад потереть не способны. Что уж говорить о таком. Это моя вещь! Тут нет ничего твоего. Всей благодатью мы обязаны сынам Нарамсина. Гутийское войско. Тебе все же повезло. Ты услышишь крики собратьев, которых мы убьем. Я убью тебя, акадец! Ты узнаешь, кто мы такие. Твой царь хотел истребить нас, но мы восстанем! Мы восстанем! Вы, гутийцы, грязь на лице мира. Стая вонючих бродячих псов. Вам не выжить, вы слишком тупы. Думаешь? На! Похоже, ты был прав. Я все же вор. Генерал, нельзя здесь оставаться. Царь, его безумие может погубить нас всех. Этот храм проклят. Уж лучше сдохнуть тут, чем снаружи от чумы и голода. Выполняй приказ. Прислал тебя погубить мое царство. Мне это ведомо. Я вижу все. Ну, оглядись. Этот зал недостойная плата за мои проступки. Богов что, не радует его великолепие? Гути близко, генерал. Бог Луны направил против нас свое войско. Я немедля соберу воинов. Так. А что там внизу? Внизу сотни пленников, мой царь. Чтобы убить их, нужно время. Но у нас не осталось времени. Неважно. Кровь этого войска насытит пески. Мы завершим жертвоприношение. А начнем с нее. Скажи, генерал, кого ты видишь, глядя на нее? Я не
Разве не напоминает она о твоей дочери? Сколько ей было бы лет? 18. Так мало. Эта чума принесла столько горя. Убей ее. Что, желаешь отдать свою кровь вместо нее? Выполняй приказ. Давай. Боги, дайте мне сил. Хватит!
это там? Что сделали акации, чтобы навлечь такой гнев? Мы прокляты. Наш царь проклял нас. Мы думали, демоны вы. Напрасно. Царь разграбил храм в Непуре. И строит этот в надежде на прощение. Но боги не слышат. А теперь и он безмолвен. Он хотел кровавой жертвы. И получил ее. Ваш храм. Думай же. Можно пройти через катакомбы. Что, довериться тебе? Выбора нет. Акадец! Стой! Помоги мне. Боги забыли меня. Здесь нет и моих богов. Со мной. За этой гробницей есть выход. Что? Да. Гробница для строителей. Идем. Рад, что со мной храбрейший воин Гутиев. Надо идти. Мы теряем время.
Сюда! Ты первый. Бояться нечего. Ты первый. Что у тебя за украшение? Оно не для акадских глаз. Как выбраться отсюда живьем? Твоя жизнь не моя печаль. Помни об этом. Что это было? Сколько путей ведет сюда? Мы здесь не одни. Знай. Акадец! Выхода нет. Нам надо биться вместе. Нет! Если побежать... Умрем оба. Готовь меч. Won't you spare me over till another year?
снова отправиться навстречу неизвестному. Званому вечеру необходим хозяин. Я сыграю эту роль. И уверен, что вы сыграете свои. Начнем? Как вам известно, я хранитель, коллекционер историй. Я слежу за всем, что вы делаете, записываю каждое решение и каждую ошибку. Это мое хранилище. В нем столько нерассказанных историй. Истории о друзьях и врагах, верности и предательстве, жизни и смерти. Я здесь не за тем, чтобы помогать вам. Впрочем, мне случалось нарушать правила время от времени. Во множестве умов горит одна идея. Поэтично, не так ли? Некоторые решения сблизят вас, а другие могут отдалить. Позвольте дать вам небольшой совет. Время от времени вам будут встречаться изображения, указывающие на возможный исход событий. Присмотритесь, они могут предсказать будущее, которого вам лучше избегать. Но, увы, наше время на исходе. Скоро мы встретимся и оценим ваши успехи. Или неудачи. В чем дело? Что-то не так? Может, это наш последний раз. После случая на командном пункте я был на краю. Но за эти недели ты так помогла мне. Я бы не выжил без тебя. Рэйчел Кинг. Полковник Кинг прибыл на базу, мэм. Идет в конференц-зал. Дайте 5 минут. Черт, это он. Рано. Кто, твой муж? Может, пора ему во всем признаться? Приведи себя в порядок. Рэйчел, так ты ему расскажешь про нас? Вы с Эриком уже год как не вместе. Между вами все давно закончилось, так? Милый, сейчас неподходящее время. Херня, но всегда одинаково. Скоро. Обещаю. Скоро. Скоро увидимся. Черт. Your courage, your willingness to face danger for your country and for each other. Made this day possible. Because of you, our nation is more secure. Because of you, the tyrant has fallen,
and Iraq is free.